Твоя дети тетрадка. Подпевай, что сидишь? Сидишь-то один. Подпевай давай. Скорее от комаров спасайтесь! Живо к дыму! Живо к дыму! Живо к дыму! Там, конечно, комариков было много. Только я тебе доверяю. Только к косу не подходи. Другим доверяй. Ничего себе, прилетел тут команда. Команда Альфа. Мы не притащили, да? Обратно уходите. Я почувствовала в этой снимке вибрацию, честно. Озеро, ты знаешь, как озеренить солоду над каждым роется. Комарво. Чья сумочка? Ну, Никита, ваша сумка? Моя. Это какую-то вибрацию. Все, по воде, скорее. Принеси себе в зеркало. Завтра мы заработаем. Завтра приносение комаров. Привели комаров, да? Ну, да все. Давайте петь. Будем петь и веселиться. Это Ева Браун в последнюю ночь говорила. А, не, можно? Жена Гитлера. Краю средь горы цветущих долин, где Марьинка исчезает вдали. Прекраснее была страны, где рождались баллады и сны. Дорогу свал властной истинной гор, три сына покидали свой дом. Один был гор, другой упрям, третий был сердцем смирен. Слова отца были грусти полны, любви моей выросли, как цветы. Валерия! Чужих края, да хранит вас молитва моя, излучая.
вода ушла. Вот это. Вышел замерки, если мы ставим. А то обрушится. Сохраните богатство души и любви нескончаемый свет. Прошли года, затерялись вдали, в краю средь гор и цветущих дали. Встречал отец своих детей после долгих разлук и скорбей. И первый сын возвратился домой. Гордись, отец, я великий герой. Вся власть моя и в этом суд. На краю я построил свой путь. Второй принес золотые дары. Смотри, отец, я могу все миры купить, продать. И слезы все превратить в серебро и успех. Излучала водей это гордых вершин. Сменяли богатство души ради славы и блеска монет. А третий сын на коленях стоял. Прости, отец, я великим не стал. Смелее был, врагов прощал. Отец теплотой отвечал. Душа твоя и добра, и чиста, и пусть богат ты знатен не стал, но ты хранил любовь мою, я тебе свой жизнь отдаю. Но ты хранил любовь мою, я тебе свой престол отдаю. Излучала в ответ эхо горных вершин, кроток сердцем и домом смирен, верный сыну наследовал трон. А может еще один? Может быть лагерь стан? Давайте лагерь стан. Ну а что еще вы записали, кроме лагеря стан? Ну лагерь стан! Только лагерь стан записали. Нет, лагерь стан. А вы записывали? Да, да. Да, да, да. Газетам и фильмам известен во всем мире, что можно придумать шикарнее и круче, и менее строение все шире и шире. Внешне он денег, угол не красив, обшарпан дождями, прогрызен мышами. Чего же боится его коммунизм? Трамвай машины с лошадьми, лагерь стан в степи. Yeah.
всей гимнастики пожирают на России. Вчерашние провинности, допросы и суд. Кто-то спал обладаемая сеткой и крапивой. Кто-то смеется, а кто-то и свечу дает. Моление Евангелие колокола с перебивами. Бывают артисты болеют весь день напролет. Лагерь стан святыми. Еще не время. Не время, Степа, еще не время. Вон у нас. Скажи, разница есть между нашим костром и этим? Очень большая разница. Очень большая разница. Хоть я нарисую костер. Ливия, Леонида, скажите, это есть разница между нашим костром и вот таким костром? Покажи. Тут разница большая, ну красиво. Покажи. Да. Благодарю. Тепло очень. Давайте сделаем такой костер. А где картошка? А, здесь же нет картошки. Здесь есть картошка. Как это есть? Есть картошка, да. Тогда надо картошку. Да, внизу картошка. Так она же в самом внизу. Конечно. Ее же не видно. Не видно, да. Она хочет изобразить, чтобы видеть. Там мама слева, а справа девочка, которая... Мама, мама, вот она. Я понимаю, что идет. Это новый почти построили. Это первый. Итак, вот это а меня. Где еще один? Где вторые? А где еще? Устиновые. Вторые устиновые. Третьи устиновые. Их много. Барабаш, Янчук. А где Рома тоже? Нас ждут, давайте спать. А я подумала, этот дядя Игнатий прошел. И ты он знаешь, прошел. Когда пройдя дороги найдем небесные чертоги, когда оставим за порогом все то, что так не славит Бога наш Бог, и как дышать его. Добрый вечер. Проходите. А папа чайник еще? Потеряли и шли на все, что светит с неба, нам вид Веленской звездой. На что готовят пора чудный, чтоб все. Степа, Степа, песни поют. Just
слышим того, кто всех зовет с надеждой, чтоб снять сердец греха одежды наш Бог. Искренне желает, чтоб мы траву не потеряли и шли. Но свежий свежий с неба нам библейский звездой. Наш Бог готовит город чудо, чтоб всем как было каждую небесную. Свет, что светит с неба нам библейской звездой. Нас ждут, готовят горы чудо, что всем нам было там уютно, где скот уже не обречит наш покой. Похоже на костер? Нет, не похоже на костер. Не знаю, это было такое упоминание. Прополз вокруг костра. Сразу нашлись помощники. Никому ничего не говорил, как заразительное дело. Тарасин начал помогать, еще кто-то, но этот никогда не поможет. Надя, хочу еще дровишек принести. Сейчас горбушку достать надо. Вон, Никиту спроси, иди. Надо? Ты тут где-то собери их рядом. Где моя суперпалка? Сейчас начнем. Команда, команда, они тебе принесут. Надо ванну дырявую эту принести. Самое удобное, не сгорит ничего. Раз, вывалил. А так что они трясут по полу. А по полу это... Для огня. Начинать? Да. Все.